Обучение по программе повышения квалификации, профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 классов опасности проводится согласно статье 15 Федерального закона номер 89 об отходах производства и потребления. В ней говорится о том, что лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с 1 по 4 классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами. Учебный центр «Технопрогресс» представляет вашему вниманию видеокурс «Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 классов опасности». Программа содержит следующие модули: основы законодательства РФ в области обращения с отходами, нормирование воздействия отходов на окружающую среду, информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами, лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с отходами, экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с отходами, лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности, контроль за деятельностью в области обращения с отходами, организация обращения с твердыми бытовыми отходами, транспортирование опасных отходов, использование и обезвреживание отходов, проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов. О других направлениях обучения вы сможете узнать на официальном сайте «Технопрогресс» в разделе «Учебный центр». При возникновении вопросов воспользуйтесь чат-поддержкой сайта или оставьте заявку на консультацию нашим специалистам.